Всем привет! С вами канал «Китай стал ближе» и 6 интереснейших посылок. В общем, пришли сегодня 6 посылок. Все посылки на имя жены, так что, скорее всего, это опять распаковка из женской темы. Значит, давайте приступим самых, наверное, маленьких. Давайте распакуем самую маленькую посылочку. Шла на 18 дней. Что там, я не знаю, я не смотрел. Честно говоря, я вообще только с работы. Так что там пришло, я не знаю. Оценено в 30 центов. Вес очень-очень маленький. Даже не представляю, что там. Скорее всего, по такому весу, скорее всего, какие-нибудь наклейки на ногти. Точно. Точно, это вот такие вот наклеечки на ногти. Порвал его, вот, такие наклеечки на ногти. Клеит, она красит, наращивает сейчас ногти, очень хорошо у нее получается, все прошу заснять. Но никак не поддаются они на мои уговоры, не получается у меня заснять, как они делают ногти. И что ж, давайте дальше. Следующая посылка шла 15 дней, кстати, сейчас заметил, очень быстро приходят посылки. Ну, наверное, потому что сейчас нет никаких распродаж, ничего. И посылки идут очень быстро. Оценено в $5. $5 шла 15 дней, всего лишь 2 недели. Так что сейчас интересно заказывать на Алиэкспресс. Все приходит очень быстро. Это. Что у нас здесь? А здесь у нас серьги. Давайте откроем и посмотрим. Раз. Вот такие вот киски, вот такие вот сережки. Очень хорошо переливаются. Очень хорошо переливаются. Такие классные сережки. Наверняка племянница. Любит она все такое вот блестящее. Такие сережки. Сделаю фотографии, а может даже, наверное, видео и покажу вам. Продолжим дальше. Вот эта вот посылочка шла 19 дней. Шла 19 дней, оценена $2.35. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Внутри у нас. Ух ты, вот. Да, обещали они мне заказать перчатки. И вот эти перчатки. Пакетик пустой, все, больше ничего в этом пакетике нету. Так. Такая вот визиточка с просьбой оценить в 5 звезд. Просьба оценить 5 звезд. Это контакты магазина, я так понял. Штрих-код, баркод магазина. Давайте посмотрим, что же за перчатки. Перчатки очень маленькие. Не знаю, подойдут, не подойдут мне. Сейчас попробуем померить. Попробуем померить. Должны налезть. Да, налезли. Налезли вот такие вот перчаточки. Сделаю перчатки. Кстати, довольно-таки удобно. На велосипеде езжу очень много, особенно на работу, с работы. Выходные вообще с него практически не слажу. Везде передвигаюсь на велосипеде. Ну, не знаю, как будет на улице. Дома у них довольно-таки жарко. Хоть они и тоненькие. Здесь резиновое покрытие. Здесь вот эти вот петельки. Это чтобы снимать перчатки. Да. Такие вот перчаточки, давайте немного в них побуду, хотя дуешь на них, они продуваются. Давайте продолжим следующую посылку открывать. Значит, посылка шла 22 дня, оценена на 4,41 и что-то второе оценено 8,82. То есть здесь два каких-то продукта, наверное, из одного магазина, два продукта. Итак, дорогие друзья, прервал меня телефонный звонок. Вот, чем плохо снимать на телефон, надо все-таки копить на камеру. Значит, все, пакет пустой. Что это пришло? А, это пришли наборы, были у меня уже на распаковке такие наборы. Были у меня уже такие наборы. Это наборы... Да, это вот такие маникюрные наборчики. Два таких набора пришло. Это она кому-то запланировала в подарок. Вот два набора. Так, приступим дальше. Что же у нас в больших посылках? Посылка шла 19 дней. Оценена в 50 центов. Давайте посмотрим, что там.
Здесь еще одни перчатки, только я думаю, это уже не мне. Это уже перчатки не мне, это я точно знаю, что заказывали племянницы вот такие вот перчатки. Вот с таким вот пушком. Это какой-то кожзаменитель. Да, что-то похожее на кожу, но вряд ли это кожа, это скорее всего кожзам. Но выглядит симпатично. Такие вот перчаточки. Посмотрите, сколько они стоят. Ссылки оставлю, все ссылки будут в описании. Заходите в описание, все будет в описании, ссылочки. Кожа, тоненькая кожа. Приятная на ощупь. Внутри какое-то подобие меха даже. Да. Вот такие вот приятненькие на ощупь перчаточки. И последняя посылка на сегодня шла 26 дней. Оценена она в $1. Оценена она в $1. И там у нас татуировка. Татуировка. Нету больше ничего. Все, больше ничего нету. Это что? А, это маска для сна. Это масочка для сна. Да, вот такая масочка для сна. Интересная татуировка, я так понял, шла в подарок. Да. Вот такие татушка, такие татушки. И такая вот масочка для сна. Прикольненько. Вот, в общем, вот такие вот сегодня у нас товары были на распаковке. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Еще раз напоминаю, как только перешагну порог 1000 подписчиков, обязательно буду устраивать конкурсы. Ну, на сегодня вроде все. Всем пока, подписывайтесь на канал. Еще раз повторюсь, заходите в описание. Всех жду на своем канале. Всем спасибо, всем пока.